мы еще удивляемся, что поезда теряют вагоны, якобы из-за неправильно закрытой сцепки. Это, конечно, не пассажирские вагоны, но посмотрите состояние. Сейчас мы остановочку обойдем. Ну вот, видите, свеженький вагон термос. Опломбированный стоит. Видите, запорное устройство в каком состоянии. Интересно, почему пострадал в лихие 90-е? Хотя нет, он построен как раз в 87-м году. И весь облеплен продление, продление, продление. Аренда ООО ТКП «Аврора». ООО Рей. Непонятно что. Вот видите, построено в 87-м году. Свежак. И отметка модернизации с этой стороны. А, вот, вот, переоборудован написано. Но это номер какой-то. Не 96-й же год. Вот еще один свежак. У этого хоть ржавчины нет. Покрашен. Оригинально, конечно, покрашен. Прямо поверх ржавчины. Собственник ООО «Альфа-Лизинг». Россия, Переславская, дом 46. Арендован АО «Рефсервис». Красносельская 40. Ну, здесь запорный хоть прикрыт. Железкой кривой. Посмотрим год изготовления. Девяностый год. Построен РВД Троицк. Приписан станция Тихорецкая СКЖД. Модернизация вот. 17-й. Семнадцатый год модернизации. Такой вот. На следующей краски, видно, не хватило. Запор вообще отличный. Да. Собственник РусАгролизинг. Арендована Трансгео. Пломбочки на месте. Так, какого года выпуска он? О, уже РЖД латинскими буквами написано. Современный, наверное. Ну-ка смотрим. Построен. Господи. Построен 1 декабря 1984 года. Скоро день рождения у него.
А вот срок продлен до 2020 года. Да, видуха, конечно. Вот, это опять покрашенный. Опять Альфа-лизинг. Альфа-лизинг на свои вагоны краску не жалеет. Опять Тихорецкая, Троицк, 88-й год. Свежак. Тот же лизинг, краска поверх ржавчины. Троицк, 89-й год, приписан Уссурийск, ДВСЖД. Вот наши надежные сцепные устройства. Еще при Советском Союзе сделаны. До сих пор работают. Только благодаря этому и работают, что при Советском Союзе их еще сделали. Станция Троицк, Южноуральская, СЖД. Построен в 88-м году. Вот такие вагоны. Ну и так далее и тому подобное.